и внимание на татами. Так, плотненько забрал. Нурилаев, молодец. Ардор Нурилаев и Вильям Лим. Барабанщики изо всех сил стараются. Отдельное искусство руководить группой поддержки, чувствовать спортсмена, знать, когда ему нужна шумовая поддержка, когда наоборот нужно сосредоточиться, чтобы не отвлекал внимание звук. Все это нюансы мастерства и выступающего на татами, и тех, кто поддерживает его на трибунах. Минуту отработали соперники. Шида у бразильского дзюдоиста подводит его к краю татами. Узбекский спортсмен и завал без броска, без оценки. Возвращение в центр татами. Слышите звук? Здорово, как отстроен в трансляции. Ух, вот это промахнулся. Еще и головой воткнулся. Вот эта ошибка, может быть, прям сам себя чуть не выключил. Однажды я вот на соревнованиях видел такое, да, как спортсмен сам себя воткнул в татами головой и в таком, не в нокауте, но нокдаун точно был. Некоторое время даже арбитр давал остановиться. Тем временем экватор поединка пройден. Вторая половина началась, счет так и не открыт. Так, бразилец пробует с колен атаковать. Заблокировал, не пустил его. Узбекский дзюдоист. Так, преследует соперника в партере. Пробует забрать отворот, набросить. Защитился бразилец. Так, на нашивке у Лима еще буквы между именем и фамилией. Интересно, что обозначает аббревиатура. Еще дополнительно бывают такие длинные, сдвоенные, стройные имена у латиноамериканских спортсменов. Гильем Карлос Сауза. Блин, о, хорошо зашел. Руками не удержал. Хорошая атака. Нужно отвечать бразильцу. И вот он это делает. Не менее убедительно.
но также без оценки. 22 секунды остается до завершения времени поединка. Нет оснований наказывать у арбитра. Единственное, Шида продержалась весь поединок. Хорошо зашел, второй ногой помогал, подбивал. А ну, Рилаев все видит, все чувствует. Пять секунд, и Golden Score нас ждет. Начинается Golden Score. Тут же с колен поворачивается Нурилаев. Пятое место на 19-х азиатских играх в прошлом году занимал. На гран-при в Загребе серебро. Также серебро на домашнем шлеме год назад. И пятое место на большом шлеме в Париже. Это статистика Сардора Нурилаева. Классные ритмы. Бодрящие. Ох! Ваки Гатами. Запрещенное действие от арбитра. Но камера все выловила. И сейчас либо будет видеопросмотр. Да, вот он, видеопросмотр. Очень рискованная ситуация. Да, отпустил зря дальнюю руку. И подвернулась у Вильяма Лимы. Левая нет. Нарушения не было. Поединок продолжается. Второе шида выдано бразильцу. Пробует он снаружи зацепить. Практически минута Golden Score. Бразилец на бакинском шлеме до прошлой недели стал пятым в Париже. Седьмым в Токио в прошлом году, седьмым. И на панамериканских играх 23-го года завоевал бронзовую медаль. Статистика Вильяма Лимы, дзюдоиста в синем дзюдоге. Попробовал Сардор Нурилаев развить атаку в партере. Вот защищался бразилец. Бразильцы традиционно здорово работают в борьбе лежа. Часто даже сами ее инициируют. Переводят даже из броска, лишь бы затянуть в партер и там. Здесь же пока мы видим, что бразильцу приходится защищаться. Впрочем, с чем он успешно справляется. Завершается вторая минута Golden Score. Здорово двигается Нурилаев. Попробовал с упором стопы через голову перебросить соперника, но промазал ногой. Судья сделал замечание секунданту, но трибуны-то от этого тише не станут. Так, ох, какой контроль, вот это подставился Нурилаев. Да, второй раз не попал Учимата, исполняя, и бразилец проводил, продолжил движение практически без задержки, без остановки. Прокатил через бок, через плечи. Получает Вазари, который в Golden Score равняется Ипону.
Оба хорошо отработали. Тим Рилаев и Лима.